увидеть все это как единую линию и соотнести с кажущейся дикой идеей демократизации Ирака с помощью ковровых бомбардировок. Ведь у тех же американцев есть богатый опыт осуществления нужных им модернизаций в условиях послевоенного оккупационного периода. Это и план Маршалла для Германии, и план МакАртура для Японии. Почему никто не стал осуществлять такой план в Ираке? Или, точнее, почему все сделано было прямо обратным образом? Каким именно? Приглядевшись, понять нетрудно. Сначала этот самый Ирак отбомбили, унизили, растоптали в нем более или менее, конечно, условно, модернистских басистов, потом вместо диктатуры развития, пусть и оккупационной, устроили шоу на тему об управляемой демократии. В итоге эта демократия обернулась и расшатыванием государства, и архаизацией, и много чем еще, но уж никак не модерном. Между тем, о необходимости идеологии модернизации мы говорили с весьма солидными американскими политиками незадолго до бомбардировок в Ираке, когда было понятно, что отменить бомбардировки уже нельзя. Позже я неоднократно заявлял то же самое на международных контртеррористических семинарах, на которых присутствовали весьма серьезные и авторитетные люди. Слушать слушают. И вроде бы понимают, что к чему. Но поезд идет в направлении регрессии и архаизации, а не в направлении модерна. Почему так происходит? И не является ли происходящее фактически отказом от проекта модерн со стороны части Запада? Да-да, того самого Запада, для которого этот модерн был благом и символом лидерства, и если уж доводить до предела, то бременем белых, не разделяя данную формулу, но предлагая в нее всмотреться. Не идет ли речь об отказе от всякого бремени? От обязанности по развитию остальной части человечества? Не идет ли речь о том, чтобы не позволить остальной части человечества развиваться, ссылаясь на любые аргументы, от экологии до демократии? Ведь если осуществляется проект «Модерн», то любая форсированная модернизация опирается на определенных фазах отнюдь не на демократию, это общеизвестно. Понятие «авторитарная модернизация» является абсолютно строгим и абсолютно позитивным, в отличие от авторитаризма как такового. Так почему Запад забыл об авторитарной модернизации как позитивном понятии? Почему он требует демократизации в Узбекистане или Египте? Почему он двусмысленно ведет себя даже в Турции, а это очень легко показать? Идет ли речь только о большой игре, описанной тем же Киплингом в романе «Ким» и ставшей концептуальной осью западной стратегической разведдеятельности? Или о чем-то большем? Большая игра — это всего лишь инструментальное использование некоего зла. Берется зло, например, радикальный ислам, и запускается в качестве деструктора на территории стратегического противника, ислам против Российской империи, ислам против СССР, ислам против Османской империи, в перспективе, возможно, ислам против Китая. Такие программы подробно описаны. Доказательства по сути неоспоримы. Самый мощный противник подобных игр находится внутри самого исламского мира. Ненависть к так называемым бородатым в исламских элитах, суфийских и не только, огромна. Не было бы этой ненависти России, пришлось бы заплатить гораздо большую цену за победу в Чечне. И тем не менее большая игра инструментальна, манипулятивна, а не концептуальна. Концептуальна же лишь ревизия мегапроектности. Если ревизуется мегапроект «Модерн», то речь не об использовании тех же исламистов против ненужных враждебных стран, главных геополитических конкурентов. Речь не о переделе, а о фундаментальном переустройстве мира. О запуске процессов обратных развития. Процессов не прогресса, в том числе осуществляемого по западным калькам, а регресса. Управляемый регресс, он же перестройка, это ноу-хау, отработанная на территории СССР в эпоху конца 80-х, начала 90-х годов. Этот регресс до сих пор не преодолен. Он только отчасти сдержан, и не более того. Историческая заслуга Путина в том, что регресс оказался сдержан. Но не переломленный, не преодоленный регресс — это регресс, накапливающий потенциальную разрушительную энергию. Мы все сидим на этой пороховой бочке. Но зачем ее соорудили? Причем не только на нашей территории. Посмотрите, что творится в Африке. Советский период нас по этому поводу хоть как-то информировали. Сейчас же в поле зрения только Запад и немногочисленные актуальные для него горячие точки. Между тем на периферии цивилизованного человечества разворачивается нечто беспрецедентное. Это беспрецедентное называется вторичная архаизация. Она же управляемый регресс. Но только ли на периферии? Когда американцы в эпоху Клинтона обещали сердцем: «Мы помним вас в средневековье», ощутил ли кто-то концептуальный размах этой формулы? А Косово? Даже если были какие-то сомнения в наличии управляемого союза контрмодерна и постмодерна, направленного на разрушение основ современного мира, мир модерна, то история с Косово должна бы была подвести черту. Не
на периферии западного мира, а в центре Европы с помощью так называемого этнического оружия разрушено национальное государство под названием Сербия. Бог с ним, с международным правом, хотя благоговение перед правом, законом это основа проекта «Модерн». Но нарушалось это право не раз, из песни слов не выгонишь. Но каким способом и в каких ситуациях? Здесь оно нарушено с тем, чтобы запустить механизм деструкции национального европейского государства. Причем ясно, что деструкция носит долгоиграющий характер. Ни один албанский лидер не посмеет сказать прямо своему народу, в том числе, например, в телепередаче, что Косово это финальный успех. Все они говорят о естественной Албании, включающей в себя территории других государств. На повестке дня уже раздел Македонии между болгарами и албанцами. И это тоже не завершение долгоиграющей темы. Тема же заключается в том, что нацию хотят подменить этносом. А каждому этносу дать по государству. Но почему этносу, а не субэтносу? Тысячи спящих конфликтов могут вспыхнуть, подведя черту под проектом «Модерн». И что тогда? Кому-то снится новая система, напоминающая идеи Мальцзаду на мировом городе и мировой деревне? В мировом городе должен воцариться постмодерн, в мировой деревне – контрмодерн. Модерн же должен быть уничтожен, миссия модернистов, в пределе премии белых, отменена. Представить себе масштаб тех процессов, которые способны запустить такая затея, нетрудно. Речь идет о рукотворной сверхкрупной общечеловеческой катастрофе, осуществляемой с какой-то далеко идущей целью. Какой? Ну, не выходит у меня из головы фразу «колесо истории вертится», и никто не смеет повернуть его вспять, сказанное на процессе Георгием Димитровым. Никто не смеет? Извините. Это колесо не просто решили повернуть вспять. Его вертят во все стороны, и вспять, и вбок. Ему ломают спицы, прокалывают шины. Социальный конец истории, объявленный Фукуямой, превращается в грубое изнасилование истории. Каков масштаб подобного вызова?